Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жанно Самаюктам Биндаванам Манохар Ванчакалпатарувасчакипасиндубевача Патитананг Павонебха Вайшнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунглангхайтагирим Яткипатамханг Ванди Парамаанандамадва Бриндавайтусидеввайпиявайкесвасача Шна бхакти паде деви сатту ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна кату падеш Гаурия патрашо пракасане ча Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Витатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпад Паллаванакачандамани Чатая Бисфуриджита Гемапигабабадушва Дарши Пурунан Хурагара Сасагара Сарамурти Сарадикама и Кадакипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта-гададхара-сива-сади Гаура-бхакта-винда Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе Аджану ламбита хужау канака бодату Шанкиртанай капитару камала йотакшо Вишамбару дижавару йогадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бабану Рупенна Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бигуши Табам Бхагам Нараяна Прияманга Мада Пахарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджасша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасясти Хидая Самбит Пам Нишинга Махамбхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Bhavat Vida Bhagavataha Tirthibhuta Swayam Vibhu Tirthi Kurvanti Tirthani Santastina Gadabhritaha Bhavat Vida Bhagavataha Tirthibhuta Swayam Vibhu Tirthi Kurvanti Tirthani Santastina Gadabhritaha Gaudiya Goshipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagat Guru told Dharma Dhaji Ganer, Dharma Acharan, Baddha Jibke, Adhikataro, Baddha Dasai Luya Jai. Gaudiya Goshipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagat Guru told Dharma Dhaji Ganer, Dharma Acharan, Baddha Jivke Adhikataro Baddha Dasai Luya Jai. Srila Prabhupada told, those who are the flag holder of Bhagavad Dharma, those who are the flag holder of Bhagavad Dharma, those who are busy to destroy Bhagavad Dharma, they are Acharan. Гауди Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если те, кто несут флаг Бхагавад Дхармы, ведут себя недостойно, то своим примером они помогают обусловленным душам пасть все ниже и ниже. И сами такие недостойные представители Бхагавад Дхармы, они тоже попадают. Они тоже деградируют. И вот такие люди, которые под именем Бхагавад Дхармы хотят разрушить Бхагавад Дхарму, их внешнее поведение, можно видеть, что они невежественные, невежественные люди тоже следуют ими. И, к сожалению, такое состояние можно часто наблюдать во всем мире. Почему люди, невежественные люди, они обманываются такими недостойными представителями Бхагавад Дхармы? И Шрила Прабхупад говорит, те, кто говорит об абсолютной истине, обычные люди не уважают, не любят их. И те, кто рискуют своей жизнью, те, кто рискует своей жизнью, говорят о абсолютной истине, обычные люди или так называемое вайшнавское общество, они не выражают должного почтения, мало того, что не выражают почтения, еще всячески препятствуют, чтобы мешать таким людям говорить об абсолютной истине. И в этом такое скверное состояние нашего общества. Однажды Шрила Прабхупад сказал с тяжелым сердцем. И вот однажды Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем сказал, когда Парамананда Прабху он принес прасад Шриле Прабхупаде. И Парамананда Прабху сказал, Прабхупад, примите прасад, я вернусь, заберу тарелки. Шрила Прабхупад, он принимал прасад в одиночестве, чистые вайшнавы едят, спят, совершают шоу-чакарму в одиночестве, они не должны этого видеть, иначе какое-то материальное представление может возникнуть в нашем уме, которое может стать причиной нашего падения, чтобы вот спасти нас от возможных оскорблений. Гуру вайшнавы, они делают это все в одиночестве. Вот Парамананда попозже пришел и увидел, что Шрила Прабхупад ничего не ел. И вот он удивился, что я давно принес вам прасад, почему вы не едите, чего вы ждете. Шрила Прабхупад смотрел в сад и сказал, что вы почему вы до сих пор ничего не съели? Куда вы смотрите? А Шрила Прабхупад сказал, что я смотрю, что вся ваша удача, она сгорела. И я смотрю, как это сампрадая.
И вот то есть, я имею в виду не то есть люди, которые говорят о себе как о представителях наших сампрадай, то Шрила Прабхупада таких говорит, что я вижу, что вы сожгли вашу удачу. Я так много хотел дать. Но вы подобны обезьянам. Обезьяны всегда стремятся к каким-то бананам, фруктам, ну, каким-то дешевым вещам. А я хотел дать вам великое сокровище. Я хотел дать вам великое сокровище, но вы подобны обезьянам. И поэтому не смогли ничего получить ценного из-за того, что стремитесь к каким-то дешевым вещам, как для обезьян бананы представляют большую ценность. Если я смогу достичь лотосных стоп Горки Шурдас Бабаджи Махараджа или Вамшивадас Бабаджи Махараджа, то тогда нам не нужно думать о нашей сампрадае, поскольку лотосных стоп таких великих вайшнавов находятся множество различных сампрадаев, в том числе наш Шрила Прабхупад, который лучший из Парамхамс, но все же он взял на себя ответственность Ачарьи. И я иногда, сидя на Вьясасане, думаю, что же делать. Иногда мне хочется оставить все. У меня нет никаких корыстных интересов. Зачем мне спорить, сражаться, бороться с людьми? Бхагаван знает, насколько сильно я люблю мою сампрадаю. Если я достигну уровня Горки Шурдас Бабаджи Махараджа, или лотосный стоп Вамшивадас Бабаджи Махараджа, то можно обнаружить под их лотосными стопами Горки Шурдас Бабаджи Махараджа или Вамшивадас Бабаджи Махараджа или Шрила Бхактивинода Тхакура находится множество авторитетных сампрадай. Их число огромное, но главное из них — это наша Гаудия Сампрадая, в которой все находится в идеальном, в гармоничном виде. Но пока мы находимся в обусловленном состоянии, мы должны следовать авторитетным вайшнавским сампрадаям. А если мы следуем каким-то глупым ачарьям, которые не имеют никакого представления о сиддханте, о должном вайшнавском этикете, то кто-то может возмущаться, потому что кто-то обличает таких недостойных людей. Какие-то такие недостойные люди несут какую-то хинею, говорят, что что это вот в случае с Нитянандой Прабху, что его жены не были его ученицами, а не шакти. Это в корне неправильно. Но такие люди только занимаются, что ходят, на всех жалуются. И в этом, к сожалению, такое состояние. И если этого не случится, а если бы этого не было, таких случаев, то мы не смогли бы увидеть, кто есть кто. И вот из-за таких случаев можно видеть, кто что из себя представляет. И вот какие-то люди организуют Вишва Вайшнава Раджа Сабху. Но делают только это для своих корыстных целей, не для того, чтобы защищать интерес Гауди Матха.
Я сидя на ясасане, говорю это с полной уверенностью. Сегодня или завтра они могут умереть. И вот ачарья, кто или иной сампрадая, может быть узнан, а можно опознать его благодаря его действиям, то насколько он хочет защитить гаудия-вайшнавское общество, не изменяя сиддханты и всего остального. Но и также один из признаков то, как он борется с неправильной сиддханта и подлинные ачарья. Он как раз, его можно опознать по тому, как он борется за свое сампрадайя. А если кто-то постоянно идет на компромиссы со всеми подряд, то это не неправильная ачарья. В нашем махи, если какие-то происходит какая-то ерунда, я пытаюсь стечески воспрепятствовать этому, пытаться сделать так, как должно быть. И поэтому я никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем. Кому-то это не нравилось, всячески пытались препятствовать, но я все равно никогда не шел ни на какие компромиссы. И вот можно видеть, что люди в основном заняты защитой самих себя. Ну, каких-то, имеется в виду, корыстных материальных интересов. И Шрила Прабхупада сказал, кто держит, несут флаг Бхагавад-дхармы, они сами не следуют, мало того, что они сами не следуют Бхагавад-дхарме, а еще пытаются всячески мешать. И при этом можно видеть, какие-то люди следуют им. И Шрила Прабхупада говорит, те, кто следует им, обусловленные души, они находятся в таком обусловленном состоянии. И Шрила Прабхупада говорит, и те, кто... И вот, в общем, поведение таких людей, если кто-то следует их примеру, то только деградирует. И сейчас те, кто говорят об абсолютной истине, обычные люди не могут принять их. И под именем Харикатхи и Киртана, те, кто обманывает людей, естественно, такие естественные вещи, которые происходят в материальном мире, те, кто под именем Харикатхи и Хари Киртана обманывают нас. They can wash your lotus feet, give garland to you, to go to hell. They can give garland, wash your lotus feet. Махарадж говорит о том, что некоторые люди пытаются привлечь всех подряд любой ценой. Но подлинные гуру Вайшнавы, они не говорят ни о себе, ни о своей славе, а о славе своего гуру, да, о славе гуру Варги. И та шлока, с которой я начал, Шрила Юдхиштхира Махарадж, он говорит Видури, Гуйям, Вишудьям, Дурвадьям, Ядгнятпа, Амритам Ашнуте. It is written in Bhagavatam.
Юдхиштхира Махарадж спустя долгое время он встретился с Видурой. И вот спустя долгое время Юдхиштхира Махарадж встретился с Видурой, поскольку Видура во время Курукшетры он не хотел находиться в это время там и отправился по различным святым местам ради паломничества. И когда он узнал, что битва на Курукшетре кончилась, он пришел в Хастинапур, чтобы благословить всех преданных. И спустя долгое время Юдхиштхира Махарадж встретился с Видурой, расплакался и сказал, что мы твои дети. Как ты смог оставить нас и уйти? Мы всегда находимся под защитой. Всегда и везде мы находимся под твоей защитой. Мы не можем забыть твою любовь. Как ты оставил нас? Как ты смог забыть нас? И в то время Юдхиштхира Махарадж, ему сказали, что Видура приходит, и Видура, и Юдхиштхира Махарадж все оставил. И отправился, чтобы встретиться с отцом, своим отцом. И Видура, он вот Видура, он жил на подаянии. Я хочу жить, вести свою жизнь тоже на основе Мадхукари. Во Вриндаване долгое время уже жил так. Я просил еду с какой-то неготовой, обычно рис, муку и прочее. Сейчас мы организовали какое-то общество, но мой ум, он всегда безразличен. Я хочу оставить все. Но я люблю вас всех, и поэтому не могу ничего оставить и не могу также нарушать наставление Шрилы Прабхупады. Это причина, по которой я приехал из Вриндавана. Гуру Вайшнавы сказали, что Гурудев дал мне Ванисеву, и поэтому я должен заниматься, и не жить где-то в лесу. И вот по их указанию я начал совершать Ванисеву. И вот Видура, и вот Видуре говорят: о Прабху, зачем вы отправляетесь в различные места паломничества? Вы сами по себе есть место паломничества. И это так и есть. Лотосные стопы Гуру Вайшнавов, они являются сами по себе священным местом паломничества. Но не все это могут осознать, и поэтому скитаются там и здесь, посещают различные другие места. Но не каждый может это поверить, но в шастрах говорится об этом, что у лотосных стоп Шри Гуру, Гуру значит Вайшнав, и у лотосных стоп Шри Гуру все святые места, они находятся там. И наш Наротам Такур также сказал, можно вспомнить такие слова.
Мы пытаемся, мы тратим много денег, посещая различные святые места. Кто-то ездит во Вриндаван, кто-то еще куда-то. Наш Кришнадас Бабаджи Махарадж Нискинчан, он совершал баджан в Нандаграме однажды. Он спешил, ему нужно было во Вриндаван. И он сел в один поезд в Раджстхане без билета, а там строгое, не терпят без билетников. И вот пришел этот контролер, спросил, где билет, и тот сказал: «Хари Кришна, билетов нет», что-то сказал ему на английском, какую-то харикатху, и этот проводник сказал: «Езжайте, езжайте дальше». So, Bhagavad-Gita, Bhagavataha, Tirthi, Bhuta, Swayam, Vibho. You yourself is a pilgrimage. Why you are going to take travel in different pilgrimage? But the reason is this. He like to recharge the Tirtha. You are trying to recharge your mobile, na? Eh? You are going to recharge your mobile. Similarly, those devotees, they are Bhagavan sending them. Bhagavan sending them to different pilgrimage to recharge. Well, why discharge? You know? Well, all sinful activities going on there. All sinful criminal activities going on different pilgrimage. А зачем Бхагаван послать преданных, чтобы они посещали святые места для того, чтобы опять осветить эти святые места, поскольку множество грешников приходят в такие святые места, скорняют, можно наблюдать, что во внешнем Вриндаване, внешнем Майяпуре происходит множество всяких недостойных явлений. И почему Мадхавенда Пурипат и прочие преданные, они отправляются в различные святые места для того, чтобы зарядить их, осветить. И поскольку эти места со временем оскверняются под каким-то влиянием, и такие чистые преданные, они очищают такие места. Jamuna, Saraswati, Allahabad, different places. They are so pure devotees. И вот чистые преданные таким образом они освещают такие места. И Юдхиштхира Махарадж говорит: Bhagavad-gita, Bhagavataha, Tirthi, Bhuta, Swayam, Vibho. You yourself is Tirtha. Что ты сам по себе Тиртха. You yourself is Tirtha. How you are going to take trouble different places? Okay, we know. Tirthi kurvanti tirthani. Santostena Gadabrata. Why and how? И когда и как those pure devotees can эти чистые преданные не могут осветить эти тетхи. Почему? Поскольку Бхагаван находится в их сердце, поэтому они это происходит. Бхагаван, конечно, в нашем сердце тоже находится, но в таком форме параматмы сверхдуши, но он находится в таком. Не прямо, а косвенно, в таком пассивном состоянии, но внутри сердец Гуру Вишнава Бхагаван находится в таком, в активной форме. Что Нарадхан Тхакур пишет? Что внутри сердца чистого преданного?
Бхагаван, он может отдохнуть. А внутри обычных людей из-за того, что они эти обусловленные души стремятся, находятся под влиянием вожделения, гнева и прочих дурных качеств, поэтому Бхагаван не может находиться в спокойствии в сердцах таких обусловленных душ, а может отдохнуть только в сердцах чистых преданных, которые свободны от гнева, вожделения, зависти и всего остального. Все сиддхи, они находятся в лотосных стоп Говинды Гауранги. И все совершенства, они находятся у лотосных стоп Говинды. И лотосных стоп Шри Гуру и Гауранги. И у лотосных стоп Гауранги, Нитянанды и наши Гуруварги. Все тирти, все святые места, они находятся у их стоп. И вот мы глупы. Поэтому пытаемся найти что-то лучшее в других местах. Но не каждый могут понять, что там ничего нету. И если мы тратим энергию ради Гуру Вайшнавов, то тогда мы сможем обрести бхакти. Майя не может позволить. Майя, она всегда планирует. Майя Деви, Прабхупад говорит, Майя Деви всегда ситуацию организует таким образом, чтобы мы отклонились от пути бхакти. Шрила Прабхупад говорит об этом. Майя Деви всегда делает все таким образом, чтобы мы вынуждены были пасть. Майя Деви постоянно какие-то ловушки, препятствия расставляет на нашем пути. И поэтому множество таких проблем возникает, иначе ради чего какая-то борьба. Very good. This condition is very good. I give salute, though I am going to lose so many seva, so many harikatha in between. 6 harikatha I cancel in between. Today, tomorrow, previous day, all cancel. But no time, I have to run. This is the condition. Prabhupada speaking, Srila Prabhupada говорит, что Майя, она планирует свою программу таким образом, чтобы сбить людей с пути баджана, чтобы они потеряли свой баджан. А если мы посвящаем свою энергию Гуру Вайшнавам и Бхагавану, то мы, несомненно, будем прогрессировать на пути баджана. Майя, конечно, будет нам мешать, но не сможет ничего сделать. Майяре кория жай, чарано на жай, саду гуру кипа бина на диге упай. Without кипа of саду гуру Вайшнава. Без милости саду гуру Вайшнава мы не сможем ничего достичь, нет никакого пути. А победить Майю не так просто. Майя, она. Майя, когда Майя оставит нас, то это очень благоприятно. Бхагаватам Бхагаван Си Кришна говорит Удаве, Удав, те, кто совершает Харибаджан. И вот последнее наставление Кришны Удаве, я на хинди говорил всю Карти Врату. Если вы поймете, вы будете, это Харикатха может изменить вашу жизнь. Вот Махарадж на хинди говорил, на английском тоже. И вот Бхагаван Си Кришна говорит Удаве, о Удав, Майя может оставить тебя. И вот Бхагаван Си Кришна говорит Удаве, о Удав, те, кто
решили посвятить свою жизнь Кришна-севе, Харибаджану, все полубоги и майя, они пытаются всячески помешать. Такой человек, они постоянно как-то пытаются сбить с пути. Но если не обнаружишь, что такой человек имеет огромную любовь к Гуру Вайшнавам, что не может жить без Гуру Вайшнавов, то когда они видят это, то они благословят такого человека. Вначале они будут мешать всячески, а когда увидят, что мы искренне, то благословят нас и помогут. They can allow you entry, not before that. In the whole world, во всем мире, если 800 crores, how many? Сколько людей около? Ну, если взять все это количество людей в мире, I can make a combo operation. Если сравнить whole population, I can say 1, 2, 3, 4. I mean, with respect to that 800 population, crores, if you make 1, 2, 4, 5, or 10, no figure can come. 0.00001. Ну, Махарадж имеет в виду, что количество преданных относительно всего населения, но очень мало. Но я пытаюсь всячески вдохновить вас. Если вы искренне, то вы можете войти на путь Харибаджана, иначе будете находиться где-то снаружи. Это не столь важно, что откуда вы происходите, из какой страны. Это не столь важно. Даже животные. Я могу показать, что даже животные, они некоторые, вот во время Махапрабху они обретали прему, даже во время Рамачандры Джамбуана обрел прему Хануман. Хотя мы, то есть можно видеть, что даже животные могут обрести милость Верховного Господа. Верховного Господа нет никаких ограничений. Единственное ограничение — мы должны быть искренне. Мы должны совершать баджан всем сердцем, я обещаю вам. Поверьте мне, тогда вы достигнете подлинного успеха. Не пытайтесь стремиться ни к какому дурному общению в вашей жизни. Still, tomorrow I can discuss. Asasanga is a big problem. Impediments, mentally or physically. Anyway, и мы должны избегать асасанги как в уме, так и физически. И во внутри сердец преданных Бхагаван находится. Inside my heart, Bhagavan not dressing? No. How? А почему внутри нашего сердца Бхагаван не может находиться в таком спокойном, умиротворенном виде? Вот пример такой, если кто-то варит парамана из чистого индийского молока с орехами, изюмом, с хорошим рисом, с гуром, который зимой который производится. И вот, когда я приехал из Вриндавана, у меня даже не было никакой кастрюли, чтобы что-то готовить. Кто-то мне, какие-то преданные пожертвовали мне кастрюлю. И вот я приготовил параману, поставил ее на крышу, я слышал от какого-то такого-то южного индийского сада, если это параману поставить ночью на крышу, то она наполнится энергией луны. Я опасался, что какая-то кошка может залезть и сожрать все, но
никто не съел. Ну, вот я пригласил, Махарадж приготовил какое-то простое парамана. Но благодаря тому, что она стояла всю ночь на крыше под луной, я предложил ее, и Махарадж сначала Бхагавану, потом она, эта энергия луны, она наполнилась и стала необычайно вкусна. И таким образом, завтра я продолжу говорить о Рамнавами. И вот один человек готовил парамана, и после этого он предложил Господу ее, и потом какая-то парамана угостили одного преданного, тут начал плеваться, потому что там множество песка было. Откуда песок? Видимо, тот, кто готовил, то ли рис не помыл, то ли... Ну, как-то песок, в общем, оказался вроде парамана хороша, но... И вот этот пример, он хороший в нашем случае, если у нас есть какие-то анархии, дурные качества в сердце. И мы готовим параману, ну то есть получится парамана вроде хороша, но из-за того, что песок в ней, который олицетворяет собой дурные качества, гнев, вожделение, зависть и все остальное, то это, если мы такое бхакти будем предлагать Бхагавану, то из-за того, что это бхакти осквернено дурными качествами, как парамана песком, то... То, с одной стороны, парамана очень вкусна, с другой стороны, есть невозможно. Все есть нельзя, и выкинуть жалко. И вот Бхагаван говорит, что мы совершаем бхакти, я знаю, но это бхакти не прекрасно, Бхагаван не может принять его из-за этих анартх, дурных качеств. И вот сегодня день явления Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа. Внешне мы знаем, он преемник Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа, но я хочу рассказать вам Шрилу Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа. Мы только знаем, что он второй ачарья Шри Чайтанья Гауди Матха, но больше не мало кто знает. Мало кто знает, почему я никогда не говорил, что он мой брат Боги. Почему я никогда не говорил, что Шрила Бхакти Вегенда Бхарати Махарадж мой брат Боги. Мало кто знает об этом, и я хочу прояснить это. Он не только ачарья Шри Чайтанья Гауди Матха, он также мой ачарья. И вот кто-то пытается разделить матхи, но я думаю, что Чайтанья Гауди Матха — это мой матх, Чайтанья Матха — это мой матх, но какие-то люди из-за того, что говорю, учение Шрилы Прабхупады всячески препятствуют. Они не могут... Единственная проблема, в которой... которую они во мне находят, что я говорю о том, о чем учил Шрила Прабхупад. И вот почему я говорю, что Шрила Бхакти Валабхи Тирта Госвами Махарадж, Бхакти Вегенда Бхарати Махарадж, они мои гуру. Однажды в Матхе Кришнанагара, и вот там был праздник, была Харикатха. Каждый год она там происходит, и я много раз был там. Но когда Тирта Госвами Махарадж был там, я никак не хотел говорить Харикатху, а хотел слушать от него. Но Бхарати Махарадж, когда там был, он всегда меня приглашал говорить Харикатху. И вот так или иначе, Шрила Тирта Махарадж сидел в своей комнате. Я пришел, поклонился ему, поговорил с ним. В то время не было стольких ограничений.
Это было лет 14 назад где-то. И вот ну, можно было с ним поговорить, а потом стали его закрывать в комнате, никого не пускать. И вот он говорил со мной. Я сказал, что вы мой гуру. Он сказал, нет, я не ваш гуру, я ваш брат Боги. Но я сказал, нет, вы мой гуру все равно. И вот я очень много узнал от него. Я видел идеальный пример его характера, его терпения, его смирения. И это смирение, терпение Шрилы Бхактивалакхи Чартигасы Махараджа, оно вдохновляет меня. На месте, на его месте многие бы просто умерли от нетерпения. И я вспоминаю Шрилы Бхактивалакхи Чартигасы Махараджа, я понимаю, сколько терпения, сколько смирения я видел в его жизни. Мало кто может ожидать, только даже увидеть. И вот он говорит, он пригласил меня в Америку на проповедь. Я сказал, что падшая душа — это страна Майи. И ну, Махарадж все равно непрерывно приглашал меня, но я смиренно отказывался. Говорил, что недостоин туда ехать, и там страна Майи опасна. И действительно, я вынужден признать, что я получил, не получил, а получаю его милость до сих пор. Я получаю его милость от Шрилы Бхактивалакхи Чартигасвами Махараджа, от Шрилы Бхактивиган Бхарати Госвами Махараджа. Они смотрят на меня сверху и благословляют. Один из его учеников начал спорить со мной, бороться, возмущаться, что я говорю Харикатху. И я написал письмо Шри Бхактивалакхи Чартигасвами Махараджа. И вот со слезами на глазах я пообещал ему, что я прикасаюсь к... Я, держа Вриндаван Даму в своих руках, я обещаю, что никто из ваших учеников не сможет обрести больше милости от вас, чем я. И вот Бабаджи Махарадж написал ему такое письмо со слезами на глазах. А почему так происходит? То есть против Махараджа обычно жалуется то, что говорит о том, что обучение Шрилы Прабхупады, это что слишком строго, слишком сложно. И вот многие возмущаются этому и пытаются как-то организовать ситуацию, что Бабаджи Махарадж откуда-то уехал в другое место. И вот так давно уже такое происходит. Но сейчас Бхагаван дал мне все. Я не ожидал такого почтения от вас. Но все же по милости Бхагавана это пришло. И вот я написал письмо, написал пранамантру Шрилы Бхактивалакхи Чартигасвами Махараджа. Это было в Чандигархе в 2014 году или около того. 2004 или 2005. А точнее раньше, не в 2014, а в 2004 или 2005 году. Вот в Чандигархе был день явления, я написал пранамантру Шрилы Бхактивалакхи Чартигасвами Махараджа. Но не, хотя это панаманта была идеальна, но выбрали другую манту, которую другой человек написал. Ну, в общем, эту пранаманту
Бабджи Махараджа не приняли, приняли как вот другой человек, а тот вскоре пал, вот этот тот, кто написал. И вот в то время я... И вот я размышлял о нем, и эти мысли, они приняли форму пранамантры. Бхакти Валаки Тирти Госвами Махараджи, он когда услышал, я был очень счастлив. Это пранамантра она со мной, и вот я могу ее связать со славой Юдхиштхира Махараджа. И вот я чуть раньше говорил, вот первый шлока, с которого начал, вот подобным образом я написал книгу на столетие, 50-летие саньясы Шилы Бхакти Валлабхи Тирти Госвами Махараджа. И вот я написал книгу в его честь. Махарадж написал ее по памяти, поскольку документов сложно было достать документы все, дневники Гуру Махараджа и прочее, их как бы хранят где-то и не дают никому. Но так или иначе, по милости Гуру Махараджа написал книгу, она не столь большая, но все же. И таким образом я написал книгу, название ее «В поисках подлинного святого места». Вот называется она «В поисках священного места». Вот на Бенгале это так звучит. На хинди вот так. Махарадж перевел на бенгали, на хинди, на английский еще не переведено. И вот там я написал все значимые случаи с его жизни. Мы собираемся перевести, и впоследствии переведем. И вот Махарадж явился в Асаме. Он происходил из известной семьи. Его титул был. Thakurata. Guho Thakurata. His title was Guho Thakurata. Guho Thakurata. Guho Thakurata. Это очень такая известная фамилия. И вот рядом с его предыдущим ашрамом был храм Шивы. Near his temple, near his house, there was one very important Shivji Maharaj. Very often, very often he used to run to Shivji Maharaj. И вот часто он ходил к нему, поливал водой. Я тоже с детства поклоняюсь Шиве, не знаю, люблю его, не знаю почему, предлагаю воду, листья Белла. Portrait of Bhagavan Shiva this way. He used to go to Shiv Mandir, give water without taking prasada. Where the boy gone? Where the boy gone? Where the boy gone? All father mother such. Finally, they discovered he is a Shiv Mandir this way. И вот родители его иногда теряли, но всегда находили в этом Шив Мандире.
like to disturb him, but in front of Maharaj, there is this big snack, long snack, two snack coming here. И вот однажды он сидел там, медитировал, и приползли две змеи. This way, from the very beginning of his life, и вот с самого начала его жизни это было указание, что он не какой-то обычный человек, он вечный спутник Бхагавана. Я кратко, времени поскольку мало, я сокращу всю историю. И вот однажды мы знаем, что наш Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, он ездил в Ассам для проповеди достаточно часто. И однажды Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж отправился на проповедь в эти ассамские деревни. И Тирта Махарадж пришел из школы и увидел, какая-то шафрановая одежда висит на крыше дома одного преданного. Он заинтересовался, откуда. Наверное, какие-то саду приехали, пойду проверю. И спросил, в вашем доме какие-то саду приехали, хочу встретиться с ними. И вот сказали, что вечером Харикатха будет, приходите, сейчас можете просто поклониться. И вот он первый раз встретил Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа там. И потом он, когда получил брамачарию, он получил имя Кришна Валабха Брамачари, Бхарати Махарадж, народ там брамачари. И вот когда Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж совершал киртан, это было очень великолепно. И вот там в его деревне это произошла первая встреча с Гурудевом, когда он увидел, то его сердце уже буквально было продано Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа. И вот он додумал, как уйти из дома, чтобы присоединиться к миссии Шрилы Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа. Его мать была очень прекрасна. Я встречался с его этими сестрами. And Maharaj finally took decision after graduation complete everything, MSc. M.Com, I think, MSc, MA, in philosophy. No, what, finally, he took decision. I think English was his subject. Finally, he took decision to make a, to do a course of, you know, И вот, в общем, после того, как он закончил образование, учился на каком-то юридическом факультете на судью, он учился в этом, в Калькутском университете, на этом юридическом отделении, и там он встретился с одним великим преданным. Он был учеником Шрилы Прабхупады. И вот он пришел, чтобы встретиться с Шрилой Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа. И вот он... In Assamese language is very sweet language, but you cannot understand, I can understand something.
И вот асамский язык, он на бенгали похож. Не особо, но похож. Их это эти буквы, они как бы на бенгали похожи, но произношение отличается. Хотя шрифт практически бенгальский. И вот там должны ехали на машине, там какая-то вывеска большая была. Вот там написано было, в общем, до свидания буквально, если на русский переводить, что написано было, что встретимся с вами вскоре опять. He used to love me, I cannot say why. He used to love me in such a way. If I write one book big, I cannot compile. He's so senior. Sambhava coming, then I can go. A devotee said, you can go, no, my body is very good. Sambhava coming. Sambhava, I can go. I can go. From distance ways, I went to the border of Assam and Bengal, Umargaon. Maharaj took information. And coming from Assam, Assam is just border, cross. He coming from long distance, watching me, running. And bless me. Ah, you will have to go to my temple. Maharaj, this time I cannot go, because I only promised them. No, you are, I can go someday. That I promised him, but I could not keep promise, because Maharaj leave body. И вот там один преданный пригласил Махараджа, чтобы тот посетил его храм, но там Махарадж рядом был, но физически не успевал. Но потом все-таки, поскольку он пообещал, он посетил храм этого Махараджа. Они собрали всю харикатху и раздавали людям для слуш, для того, чтобы они слушали. Still today I am living because I am enjoying the full kripa of those Vaishnavas like Arti Goswami Maharaj, Tirtha Goswami Maharaj, you know. Сегодня до сих пор я живу только по милости таких великих преданных. Disciple of Prabhupada, Nayananda Babaji Maharaj, Tibika Maharaj. Вот Махарадж их всех перечисляет. И я очень удачлив, когда я пришел в Гаудия Матх, было множество учеников Шрилы Прабхупады, но потом они все оставили этот мир. Сатья Говинда Махарадж, он... Он слышал, известен тем, что слышал звук колокольчиков на стопах Радхарани. И у меня была возможность служить ему. Я служил этим вайшнавам. В нашем храме было два ученика Шрилы Прабхупады. Я тоже обрел их милость. И также был один ученик Шрилы Бхакти Вилас Тирти Госвами Махараджа. Я тоже служил ему. И в этом возрасте, в моем возрасте, такая пратишта невозможна, я удивляюсь. В таком возрасте, что какая слава дана Гуруваге мне, но я пытаюсь всячески избегать этой славы. Гири Махарадж.
все великие преданные, я обрел их милость. И имя, и название этой книги, которую написал по Шрилу Бхакти Валабхачита Госвами Махараджа в поисках подлинного места паломничества. И в этой книге я показываю, что Шрила Бхакти Валабхачита Госвами Махарадж — это лучшее из всех мест паломничества, если мы придем и примем омовение в его харикатхе, то мы сможем стать великими преданными. И в то время ученики Шрилы Прабхупады, его звали. И вот Кешав Прабху. Кешав Прабху, он никогда не принимал ни брамачарью, ни саньясу, но всю жизнь служил Шриле Прабхупаде, Шриле Мадхаве Госвами Махараджа. Он сам происходил, я был в его доме в Асаме, где Мадхава Шрила Прабхупаде в Сарбоге. И вот этот Кешав Прабху, он говорил с каким-то мальчиком, а Кришна Кешав Брамачари говорил, что ну, ты учишься сейчас нас этого на юридическом факультете, можешь стать судьей впоследствии, но не забывай, что судьи обычно занимают, ну, судят всяких, занимаются всякие такие криминальные личности, приходят, чтобы их рассудили. То есть вместо того, чтобы изучать шастры или что-то позитивное, придется тебе заниматься вот всем этим криминалом. Кешава еще положение звезд при рождении было такое, что он мог любого переспорить. Он вот и внешне был не очень образован, но мог сказать пару слов, которые разрушали аргументы оппонентов. Как вот здесь этот молодой человек собирался стать судьей и учился на юридическом факультете, а тот сказал, что ты судьей, конечно, станешь. С одной стороны, уважаемая профессия, с другой стороны, постоянно будешь занят всякими проблемами, поскольку обычно в суды люди приходят с всякими проблемами, что тот кого-то убил, ограбил и прочее, и придется тебе заниматься всеми этими проблемами. А если станешь преданным, то можно думать только о Кришне. Ну вот этот... молодой человек подумал, что действительно лучше стать преданным, чем каким-то судьей. И вот присоединился к Мадху Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа и совершал служение всем сердцем. Наш Нартам Брамачари Бхарати Махарадж. Вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж говорил, что у него есть два настоящих ученика, Шрила Бхакти Валабхачита Госвами Махарадж и Шрила Бхарати Махарадж. Они были очень ответственны. И все виды служения относительно строительства и
всяких юридических моментов. Это Бхарати Махарадж занимался всем остальным сила. Бхарати Махарадж, в общем, всем этим занимался. Он был секретарем Шри Чайтанья Гаудия-матха. Сила Мадхава Госвами Махарадж, его наставление было в том, that Krishna Vallabh cannot come to take prasadam. He feeling shy. Кришна Валлабху было стыдно принимать прасад на публике, и он дал наставление своему другому ученику, чтобы тот приносил просад ему в комнату и кормил. Поскольку если просто принести, то тот может отвлечься на долгое время, просад остынет или вообще пропадет. Поэтому надо приходить, настаивать, чтобы он прямо сейчас съел просад. Сказать, что это наставление Гурудева, чтобы не откладывать, а вот прямо сейчас взять и съесть. Поскольку этот Кришна Валабрамачари был очень погружен в служение и мог запросто пропустить просад. И вот на строительство храма нужно было цемент купить, а купить его не просто было, но сначала получить разрешение из какого-то министерства, определенную квоту. Вот он собрался идти. Уже идти тут, другой преданный сказал, что уже 11:30, подожди до 12, сейчас просад будет, поешь и потом пойдешь. И вот тут решил остаться, и тут Шрила Мадхава Госвами Махарадж случайно появился там, спросил Кришна Валлабх, ты еще не ушел разве? Тут нечего было сказать, и сразу побежал по делам. Ему стыдно было сказать Гурудеву, что ради какой-то еды он тут отложил поручение Гурудева. Но сейчас мало таких искренних преданных. Бхактивинода Тхакур Госвами Махарадж никогда не смотрел в глаза Гуру Махараджа. Он всегда стоял с опущенной головой, смотрел вниз. И такое смирение. Если Гуру Дев говорит, о Кришна Валлабх, позови Бхакти Махараджа или Наротама Прабху. Ты можешь позвать его. Обычно как зовут? Эй, Кришна Дас, иди сюда. Но он так не делал. Он очень смиренен был. Вайшнавов так не зовут. Нужно подняться на его этаж и постучать, и нормально позвать, а не кричать снизу. И вот он так, если надо было кого-то позвать, он не кричал издалека, а приходил поближе, даже если надо будет подняться на несколько этажей. И вот он приходил и говорил какому-то преданному, что Гурудев зовет вас. Могли бы вы пойти и встретиться с ним? Я никогда не забуду его своей жизни, сколько смирения было в нем. Гуру Махарадж говорил, что такие, как Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж, я никогда не видел никого более смиренного, чем он. Однажды, достаточно давно, и вот я говорю о таких разрозненных случаях, поскольку если рассказать все, то это целая книга получится. И вот однажды по желанию Гуру Махараджа я... все думали, что Гуру Махарадж даст мне саньясу.
я написал письмо на английском Гуру Махараджу, чтобы другие люди не могли ничего понять. Но английский не все знали. Поэтому написал письмо на английском, чтобы если кто-то посмотрит, ничего не понял. И вот Гуру Махараджу дали это письмо, то Гуру Махарадж спрятал его, когда все разошлись. Он взял письмо, прочитал. И вот, в общем, все препятствовали, чтобы Баба Замараш получил саньясу. И вот Шрила Пури Махарадж дал ему Бабаджи Веш как Рупа Санатана. Но сказал, что несмотря на то, что ты получил этот Бабаджи Веш, но должен действовать как саньяси, как ачарья. Ну, находиться при этом в таком Бабаджи Веше, конечно, данду. То есть данду с собой носить неудобно, но все же не нужно забывать, для чего она. И вот я принял Бабаджи Веш в день Раса Пурнимы, это в Випраламбха-кшетре в Пури. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что Пурушоттама Дхамма — это лучшее из Випраламбха-кшетр. И вот Гуру Махарадж был там в день Раса Пурнимы всю ночь. Гуру Махарадж не спал, я тоже не спал. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура Госвами Махарадж, он первый, с кем я встретился после получения Бабаджи Веша. И вот Тхакура Госвами Махарадж, он был первый, с кем я встретился. This base from Guruma. Guruma joking with me so many things. Today I say, what is the meaning of this base? Guruma speak me and joking with me. After that, night time I catch train and morning time I reach the Satish Mukherjee Road, Calcutta. И вот я потом после принятия саньясы поехал в Калькутту, встретился. В то время был этим Мадхинчаджем Ришикеш Махарадж, бывшим министром финансов. Ну, это этого Бенгала. И вот я попросил бы, чтобы встретиться с Шрилой Бхактивинодой Тхакура Госвами Махараджем. Он сказал, хорошо, не проблема, примем сейчас примем овинья, принял просад, и вот потом пойдем. И вот я зашел в его комнату. И он был удивлен, что Шамал Кришна, он принял шавраневую одежду, но ты должен... что ты должен принять саньясу, зачем Баба живешь? Но потом он дал мне множество наставлений, я задавал какие-то вопросы, подобно глупцу. В то время я не был достаточно молод, но все же я помню как совершать Кришна Баджан должным образом в такой неблагоприятной обстановке. Махарадж сказал, что я знаю все, но все же спрашиваю. И вот он сказал, что те, кто совершает Кришна Баджан, они думают, что все благоприятно. Я слышал от Гурудева, но все же Тхакура Махарадж дал мне ответ, что те, кто совершает Кришна Баджан, они не принимают, не...
Те, кто совершает Кришна Баджан, они видят все как милость Верховного Господа и не видят никакого негатива. И вот он дал мне служение, и когда я еще был в Брахмачари, очень часто наш Ришикеш Махарадж, настоятель Шичитания Годия Матха в Калькутте, он ученик Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Он в то время телефонов не было, ну, в смысле, мобильных телефонов не было, были дисковые телефоны. И вот Ришикеш Махарадж очень часто звонил в наш матх и говорил, чтобы отправили Шимла Кришну по просьбе Шрилы Бхакти Валлабхи Тирта Госвами Махараджа. Я был очень удачлив. Я часто находился в Шри Чайтанья Годи Матхи с Шрила Тирта Госвами Махараджем. Я еще, поскольку занимался этим издательством книг и журналов, поэтому часто по этому делу ездил в Калькутту, в типографию. И вот Шрила Бхакти Валлабхи Тирта Госвами Махарадж обращался всегда ко мне на «вы». И вот он попросил меня часто отправиться в Рапал, встретить этих преданных, которые приезжали с Запада. Давали табличку, мне с именем нужно было стоять там и ждать, пока вот кто-то придет. И вот когда мы ехали в Майпур или в Калькутту, то я говорил Харикатху. По дороге эти преданные, уже перед встречей с Шрилой Бхакти Валлабхи Тирта Госвами Махараджем, их сердце было наполовину расплавлено. И вот вот я так получал служение от Шрилы Бхакти Валлабхи Тирта Госвами Махараджа и прочих вайшнавов. И сейчас сева навсегда скрытая, она не нуждается в признании. И я не стремлюсь к этому. Кто-то может как-то выступать против, но я завишу от милости Шрилы Бхакти Валлабхи Тирта Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Махараджа, а не от каких-то обычных людей. Я хочу многое сказать, но я говорю какие-то новые вещи на каждый день их явления или ухода. Я молюсь у лотосных стоп Шрилы Бхакти Валлабхи Тирта Госвами Махараджа, моего Гуру Пад Падме, чтобы он благословил меня. Я множество проблем, испытаний приходит в мою жизнь, и я прошу помощи и его руководства, чтобы я смог достичь своей цели вечного служения. Это моя молитва лотосным стопам Шрилы Бхакти Валлабхи Тирта Госвами Махараджа. И вот мы должны помнить шлоку, с которой я начал. Шрила Бхакти Валлабхи Тирта Госвами Махарадж, он сам по себе, он олицетворение святого места паломничества, поскольку Бхагаван находится в его сердце. Я потом расскажу, как множество проблем приходило в их жизнь.
обвиняли в чем во всем подряд. Но в жизни чистых преданных всегда какие-то проблемы возникают. Ванчака Патрубасики Басиндубевич, Патитанан Павана Бабишна.